Мам, только не надо говорить, что ты предупреждала, ладно? Я вообще ничего такого не собиралась тебе говорить. Ну, ты была права. Варя из-за меня чуть не убилась. Совершенно здесь ни при чем. Варя взрослый человек, у нее своя голова на плечах. Надо было думать, когда делает. Мам. Но Макс думает, что я во всем виновата. Макс. Хорошая ты моя. Ну, немножко. Во всем виновата дочь конюха. Это она все подстроила. Влюбилась в Макса, этого красавца-воздушника. А Варька тоже с ним. Это Марта решила убрать ее с дороги. Да, ну. Я тебе серьезно говорю, это мне Лариска напела. Спортсмены все такие. Вообще тебе такое в голову пришло? Сама в цирке без году неделя и уже берешься учить других опасным для жизни трюкам. Ты понимаешь, что цирк — это прежде всего ответственность? Марта, я разрешил тебе репетировать. Это был рискованный эксперимент. Теперь эксперимент окончен. Все, на кислород. Ты хоть понимаешь, что Варя чудом осталась жива? Что, возможно, она больше никогда не вернется на манеж? Ты понимаешь, что это значит для артиста? Простите. Я пойду собираться. Марта! Слушай, я только что узнал. Мне очень жаль. Здесь Глеб прав. Мне не место в цирке. Что ты теперь собираешься делать? Вернешься в гимнастику, да? Не знаю. Честно, не знаю, Влад. Я только на минуту отвлеклась, а она... Марта, то, что случилось с Варей, это несчастный случай. Ну, бывает такое в цирке, к сожалению. И винить себя в этом глупо. И плевать, кто виноват, и слухам я не верю. Каким слухом? Ну, разные. Говорят, якобы ты специально подбила Варю, ну, на слабо взяла. Что это за бред? Ну, я же говорю, что глупость. Марта, если ты окончательно не решила вернуться в большой спорт, короче, есть разговор. Пойдем в кафе? Пойдем. Доктор, здравствуйте.
Я друг Варя. Я могу ее увидеть? Как она? Да, увидеть можете. Я вот как раз на нее смотрел. Знаете, у вашей подруги очень крепкие кости. А поговорить нет. Поговорить не можете. Она все еще без сознания. А почему? Видите ли, она очень сильно ушиблась. Множественные гематомы, мы колем ее обезболивающее. А реакция организма – это повышенная сонливость. Она спит и, возможно, еще проспит неделю. Так что идите домой, занимитесь своими делами, а нам позвольте заниматься нашими. Если что-то изменится, мы вам сообщим. Спасибо. Именно учиться. Начать сначала и пройти шаг за шагом все то, что проходят все цирковые. Я Макс. Да кому я нужна, Влад? Учиться никогда не поздно, но мне не учиться надо, а переучиваться заново. Ну и потом, кто меня такую старую возьмет? С этого момента, старушка, слушай меня внимательно. Ты будешь брать уроки у лучшего мастера на этой планете, у великой Ирины Кимовны. Слыхала про такое? Нет. Марта, только никогда никому в цирке не говори, что ты не знаешь, что такая Кимовна. Хорошо? Хорошо. А она меня возьмет? Мартышка, ну разве мне можно отказать? Ну. Василий, подъем натяни. Не прогибайся. Красиво подъем натяни, говорю тебе. Не позорь меня. Ирина Кимовна. Влад, Василий, отдохни. Соскучился или Ларка прислала? И то, и другое. Привет. Здрасте. Кимовна, тут такое дело. Я ей уже сказала, что для вашего номера у меня подходящей девочки нет. Ну, девочка есть у нас. Но она сыровата, и только вы успеете подготовить ее к началу сезона. Кимовна, либо вы, либо никто. Подхалим. Ну и кто же она? Марта, дочь Миши Свешникова. Берейтер? Ничего не слышала о его дочке. Но она много лет занималась гимнастикой, художница. Очень талантливая. Исключено. Рожденный ползать, летать не может. Кимовна, мы с ней репетировали, у нее все получается. Она на лету схватывает. Бедный мальчик. Влюбился? А че? А че сразу влюбился? А я, между прочим, не только от своего имени прошу. Мама. Мама вас тоже очень просит. Угу. Если я сейчас позвоню твоей маме, она, конечно, все это подтвердит. То-то же, Ромаева. Ладно. Веди свою Джульетту. Спасибо. Василий, продолжаем. Спина. Алло. Да, Влад. Ну все, до училища. Кимовна тебя ждет. Что, прямо сейчас? А ты когда хотела? Послезавтра? Марта, у тебя полчаса. Да, уже еду. А ты там будешь? Да нет, я учусь на ковер к нашему великому дрессировщику. Да ты не переживай, ты разберешься. Там Кимовну все знают. А потом расскажешь, как все прошло, окей? Хорошо, Влад, спасибо. Пока. Да-да. До начала сезона осталось всего ничего. Это вы знаете не хуже меня. Так вот что, дети мои. У вас вариантов всего два. Или вы немедленно ищете Марте замену, и не просто замену, а замену, которая нормально войдет в номер и не разрушит мой цирк до основания. Или через неделю вы показываете мне номер на двоих. Без напарницы. Да такой, чтобы я обделался от восторга. Я достаточно ясно выразился?
Свободны. Стоп. Ты как тряпка. У тебя совсем нет мышечного корсета. Ирина Кимовна. Говорить буду я. Ты неплохо справляешься с ремнями. Для дилетантки неплохо. У тебя подготовленное тело, которое многое может. Но! Ты в своем спорте сколько раз в год выступала? Один? Два? А тут тебе каждый день надо будет собираться и выкладываться. У тебя должен быть как минимум 5-кратный запас прочности. На одной харизме тут долго не пролетаешь. Бегом на шведскую стенку. Мы с тобой начнем с самого начала. Я вижу только один выход. Мы сейчас с тобой идем к Кимовне. Бросаемся ей в ноги и просим поставить номер на двоих. Какое совпадение. Как раз сегодня отвел Марту к Кимовне. Зачем? Как зачем? Чтобы Марта брала у нее уроки. Марта угробила Варю. Ты еще скажи, что она сделала это специально, чтобы убрать конкурентку на пути к твоему сердцу. Слушай, Влад, я тебя сейчас ударю. Слушай, Макс, остынь. Не я же это придумал. Весь цирк об этом болтает. Только разница в том, что я понимаю, что это полный бред. Охренеть. Как там Варя? Спит. Там какая-то нестандартная реакция на препараты. Не знаю, когда проснется. Поеду к ней. Она же спит. Попробуй ей присниться. Алло, Марта, привет. Как все прошло? Ну, нормально. Непривычно, правда. Чувствую себя шестилеткой в гимнастическом зале. Кимовна твоя просто зверь. Ну, я же говорил. Слушай, а я теперь заслужил настоящее свидание? М? Влад, я тебе очень благодарна за помощь. Но у меня не то настроение. Я к Варе собиралась, она в больнице. Слушай, Варя еще спит. Я только что с Максом говорил. Влад, давай не сегодня. Ладно, проехали. Привет. А я как раз про тебя думала. И что ж ты про меня думала? Думала, что я ужасно соскучилась и хочу тебя видеть. Вот. Я тоже. А ты где сейчас? В универе. Как раз освободилась. Окей, жди меня у входа, я через 10 минут за тобой заеду. Хорошо. Пока. Молодой человек, опять вы? Доктор, простите, я знаю, что она спит. Я просто подумал, я читал, что если говорить с человеком во сне, то он все слышит. И подумал, что если я буду с ней говорить, она быстрее проснется. Молодой человек, она не в коме, она просто спит. Идите домой, идите. Сегодня уже вас никто не пропустит. Приемные часы закончились. Тем более, я думаю, завтра она должна прийти в себя. Весь цирк уже об этом шушукается. А я говорил тебе, Ларка не стерпит. Я вообще не понимаю, сейчас ей что нужно? Она же получила все, что хотела. Ну, вот так. Из-за общей вредности организма. Видите ли, я не сделал то, что она хотела.
Я уверен, у нее и на Глеба что-то есть такое. Миша, цирк сейчас совсем о другом шушукается. Ты представляешь? Они решили, что наша дочь специально подбила Варю. И придумать это могла только Ларка. Абсолютно правильно ты сказал. Мстительная она, сволочь, и все тут. Вот так вот спокойно расскажет и нашу с тобой тайну вот из-за этой бабьей вредности. Соня, надо было раньше все Марте рассказать. И не было бы сейчас этих проблем. Ну что... Мам, пап, я дома. Соня, иди-ка напусти ванну дочки с пеной. Конечно. Видишь, как устала? Я сейчас. А что происходит, пап? Сядь, дочь. Мне давно надо было тебе рассказать, но мама была против. Она волновалась за меня. Она хотела, чтобы ты... В общем, Марта, когда я женился на твоей... Подожди. Я с 12 лет все знаю. Марья Семеновна проговорилась. После соревнований я вернулась, дома никого не было, и я сидела у нее и ждала вас. Но она мне рассказывала, как мама приехала беременная в город, как встретила тебя, как ты в нее влюбился, замуж позвал. Но она просто не знала, что вы мне не сказали. Мы должны были. Но мама... Она хотела, чтобы ты считала меня своим отцом. Ну, чтобы все было, как у всех нормальных детей, понимаешь? Да понимаю, пап. Но неужели вы могли подумать, что я разлюблю тебя? А если твоя мама сейчас идет? Не завалится же она ко мне в комнату? Ну, я, наверное, пойду. Аль, спокойной ночи, малыши. Сегодня уж как-нибудь без тебя пройду. Ну, я не знаю, просто. Дочь, Марта. Мам, мне совершенно все равно, кто мой биологический отец. Правда. Но у меня был и есть мой любимый папа. И на этом все, ладно? Спасибо. Мам, ты лучше скажи, что у вас с Ларисой случилось? Да это старая совсем история. 20 лет назад я пришла в наш цирк работать. А у Миши с Ларисой, ну, типа роман какой-то. Ну, она такая красавица, воздушная гимнастка вся. Ну, и я вдруг. Миша в меня влюбился. Ну, мы поженились сразу. Ну, и Лариса все эти годы не может нам это простить. И срывается на тебя. Да. Ну, не обращай внимания. Не обращай внимания. Аль, слушай, ты прости, что тебе кофе не предлагаю. Ты же знаешь мою маму, сейчас начнет расспрашивать, что да как.
Когда свадьба, когда под венец, мол. Влад, все хорошо, правда. Меня уже такси ждет, а тебе пора собираться на работу. Давай помогу. Опа. Слушай, а мы теперь парень и девушка, да? Ну, а ты сама как думаешь? Ну, я не знаю. Ты же мне не предлагал встречаться так, чтоб официально. Валь, тебя такси ждет. Пойдем. Владик, ты проснулся? Кофе будешь? Ну, не знаю, как Владик, но я бы выпил. Спасибо. Ну, как спалось? Я так понимаю, что у вас с Аллочкой все в порядке? Да, мам, все в порядке. Спасибо, что беспокоишься. Уже лучше. Вынуждена признать, учишься ты быстро. А, мой бывший тренер говорил, что я и дисциплина — это две разные вещи. Да неужели? Тогда у него странное представление о дисциплине. Ну, у него и в спорте были странные представления. Бабник попался. Ну, со мной тебе это не грозит. Подышала? Угу. Продолжаем. Привет, мам. Привет. Ты где была? Угадай. Алла. Мам, он такой классный, такой красивый, такой внимательный. И такой любвеобильный. Сегодня ты, а завтра какая-нибудь гимнастка. Нет, мам, у нас с ним все очень серьезно. Мне кажется, мы скоро будем жить вместе. Он сделал тебе предложение? Ага. Жди сватов, топи печь. Мам, ну какая ты старомодная. Ну кто в наше время делает вот так вот предложение? Мам, ну для начала он хочет стать богатым и знаменитым. А для этого ему нужно выступить в новом сезоне со своим чудо-номером. И тогда его обязательно пригласят работать в Европу. Какой умный мальчик. У нас, как всегда, весело. Лариса с Семеном Глебу номер свой показывали. Ну, открытая репетиция. В самый ответственный момент Лариса знает, что из цилиндра достала. Вот фиг ты догадаешься. Конские яблоки. Вот умора. Берейтер Миша сказал, что он ни при чем. Мол, это в магии надо что-то поправить. Вот. С врачом твоим разговаривал. Он сказал, что ты молодец. В рекордные сроки идешь на поправку. И после реабилитации сможешь даже на манеж вернуться. Мы с тобой тогда вместе такой зашипенский номер сделаем. Вместе? Алло? Лёсечка, привет. Ну, как у тебя? Потихоньку. Люсь, я хотела тебя кое о чем попросить. Я тут нашла для Влада новую партнершу, супер-экстра-классную. Но она немка. Немка? Ты ближе никого не нашла? Ну, так вот, она согласилась приехать сюда и работать тут, в нашем цирке, с нашими мальчиками. Слушай, ты не могла бы спросить у Игоря, может, у них есть какие-то...
фонды на такие случаи. Ну, я не знаю, там, обмен опытом или гранты какие-то. И что, много денег нужно? Ну, для нашего цирка это, конечно, много. А вот министерство может и потянуть. 30 тысяч. Евро? Ну да, звезда все-таки. Хорошо, я спрошу. Ну да, я понимаю, что вопрос серьезный. Может, Игорь как-то постарается для будущего зятя. Да ладно. Что у них настолько серьезно? Люся, я знаю своего сына не первый год. Слава богу. Ну хорошо, я постараюсь помочь своему будущему зятю. О, Люсечка, спасибо тебе большое. Я очень на тебя надеюсь. Пока. Спасибо. Спасибо. А чё мрачный такой? Варя очнулась. Так это же хорошая новость. Новость-то прекрасная. Только я, дурак, пообещал ей с номером помочь. Она, видимо, меня не так поняла. А все еще надеется на большую чистую любовь? Типа того. Ладно, давай переодеваться. Ты нас Глеб в ковер закатает. Давай. Привет. Марта. Это тебе. Очень красивое спасибо. Варя, я очень рада, что ты... Варя, прости меня, пожалуйста. Простить за что, Марта? За то, что я дура? Сама решила, что все умею и чудом себе шею не сломала? Нет, подруга, это ты меня прости. Тебе, наверное, из-за меня проблемы в цирке. Нет, ничего такого. Спасибо тебе, Варя. Влад? Привет, мам. Привет, Влад, иди сюда. Садись. Есть новости. Мы же понимаем, что время самодеятельности давно прошло, и ты действительно хочешь качественный номер. Так вот, появилась чудесная возможность. Это Хельга. А это еще кто? Воздушница. Из Берлина. Очень хорошая. Ее нашел сам Суриков. И для того, чтобы министерство, сам понимаешь, какое, выделило деньги, нужно, чтобы ты сделал предложение Аллочке. Очень смешно, мам. Может, тебе в клоуны? Так, стоп. Мам, ты же понимаешь, что не собираешь жениться на Аллочке? Так, все. Сядь. Мне совершенно все равно, кого ты любишь и с кем ты спишь. На кону твоя карьера. И наше с тобой счастливое, светлое будущее. Тебе ясно? Мама, есть хоть что-нибудь в этой жизни, что я могу делать без твоих ценных указаний? Ты живучая, как кошка. С такой высоты шлепнуться и ничего себе не сломать. А я и есть кошка. Ну, я родилась в год кота. А нам, безродным котам, некогда по больницам лежать. Так, тихо. У тебя еще лечебная физкультура впереди.
прогулки на свежем воздухе и это как ее, ну, реабилитация психологическая. Какая реабилитация? У меня с психикой все в порядке. У тебя все в порядке, Варь? С каких ты пор? А где Марта? Почему она не приехала? У нее что, репетиция? А с чего она должна приехать? Ну, мы подруги. Это подруга подбила тебя на идиотский трюк. Макс, это я ее подбила. Мы тренировались внизу на манеже. Она отошла поговорить по телефону, и я сама решила на высоте с кольцом порепетировать. Ну, дура же. То есть Марта не виновата? Нет. А чего же ей тогда глупости наговорил? Вел себя как придурок. Иначе буду извиняться. Ты все? Все. Марта! Привет. Привет. Ну, как успехи? Ой, на самом деле я так мало знала о деле, которым хотела заниматься всю жизнь. Только нюанс. О, я вижу, процесс пошел. Ну, добро пожаловать в наш мир. А, так ты теперь профи? Ну, по крайней мере, я знаю, чему учиться и на что обращать внимание. А как у вас? А как у нас? Все плохо, номера нет, скоро старт сезона, и что делать непонятно. А чего непонятного? Ну, найдет себе партнершу. Да, мама нашла тебе замену. Ну, отлично. Но нам нужна ты. Ну, кому нам? Макс меня точно видеть не хочет. Да при чем тут Макс? Руководитель номера я, и мне нужна ты. Ну, в общем, есть что обсудить. Ты что делаешь сегодня вечером? Слушай, Влад, я устала как собака, честно. Только силы осталось до дома доползти и упасть. Давай в следующий раз, хорошо? Пока. Да ладно тебе, Марта. Алло, Марта. Привет. Что-то случилось? Варе стало хуже? Нет, с Варей все в порядке. Ее выписали, она дома. Слушай, я поговорил с ней. Она рассказала, что ты не виновата в том, что... В том, что произошло. И что? Я хотел извиниться. За что? За то, что не выслушал тебя. Слушай, мы сможем встретиться, поговорить? Хорошо. Приезжай завтра ко мне после Кимовны. Я освобожусь в 3. Ладно. Пока. Молодец. На сегодня хватит. Привет. Ты быстро. Конечно, примчался по первому вашему зову. Цветы мне или ей? Ну, шучу, не нервничай. Цветы — это правильно. Она заслужила. Видел? Это просто чудо какое-то. Вы с Мартой добились потрясающих результатов. Это ж другой человек. Слушай, кончай подлизываться.
Марта, это тебе. Поздравляю, просто отлично. Мне Кимовна позвонила и сказала, что теперь ты готова. Ну-ну-ну. Я позвонила и сказала, приезжай, посмотри на прогресс. До готовности тут еще далеко. Надо еще посмотреть, как девочка в паре сможет работать. Ну, давай. М? Я одеваюсь. Да, все, мчусь. Мне кажется, номер на двоих – это отлично. Здравствуй, Макс. Макс, старик, знакомься, это Марта. Это новая Марта. Эту Марту ты еще не знаешь. Вы будете делать номер? Вдвоем? Нет. Влад мне просто очень помог. А как Варя? Все отлично, она дома. Восстанавливается. А почему ты с ней не остался? Ей, наверное, помощь нужна на первых парах. Варя мне все рассказала, как было. И... Старик, можно тебя попросить 5 минут пообщаться? Да, пожалуйста. Окей, спасибо. Я думал, Варя тебя ненавидит, а на самом деле нет. А ты? Ты меня до сих пор ненавидишь? Марта, ну я же не знал, как было все на самом деле. Тем более ты сказал, что ты во всем виновата. Да, я действительно виновата. И не нужно было за это браться. Ладно, Макс, я очень устала, я поеду домой, ладно? Марта. Прости меня. Я тебе говорил о доверии, а сам... В общем, я должен был тебя поддержать. Ты поддерживал Варю. У нее кроме тебя никого нет. Ты все правильно сделал, Макс. Пока. Куда это она? Я думал, мы все вечером заедем, поужинаем где-нибудь. Нет, напарник. Мы сейчас с тобой поедем в цирк и все расскажем Глебу. Окей. Ой, Люсенька! Алло, Люсь! Привет, только хотела тебе звонить. Ну, что у нас там? У нас все хорошо. Так что можешь сказать своему немецкому другу, что деньги будут. Игорь подписал все нужные бумаги. Люся, ты золото. Ты меня спасла. Ну, мы ведь вроде как не чужие друг другу люди. Будем, наверное. Да? Глеб Аркадьевич, вы сказали нам срочно найти новую партнершу. Она у нас есть. И не просто новую, а которая успела бы влиться в номер до начала сезона. Так я сказал. Так вот, она у нас есть. Да? Занятный. Кто это? Марта Свешникова. А-а-а. Очень смешно. Я разговаривал с Варей, Глеб Аркадьевич. Она сказала, что вины Марты там нет. Но можете сами узнать все подробности, если не верите моему слову. Не, ну, допустим, я верю тебе, Макс. Ну, тут все не так просто. Марта ведь не совсем в форме. Марта в форме? С ней Кимовна работает? Да? А каким таким волшебным пряником вы ее приманили? Кимовна увидела ее потенциал, она ее очень хвалит. Глеб Аркадьевич, я сам сегодня лично ассистировал. Поверьте, то, что вы видели на репетиции, то, что Марта умеет сейчас, это просто небо и земля. Глеб Аркадьевич, ну согласитесь. У вас нет абсолютно никаких причин отказывать Марте. Я сам решу, есть у меня причины отказывать или нет. Свободный! Спасибо. Thank you.
Алло, дядя Глеб? Простите, Глеб Аркадьевич? Да, конечно, сейчас приеду. Я же говорила, что все будет хорошо. Все бумаги уже подписаны. У нас мы привыкли доверять бумаги с водными знаками. Понимаешь, Лариса? Да, я понимаю, но у меня есть гарантия нашего министерства. Хорошо. Значит, вы не будете против выслать нам аванс, чтобы Хельга могла спокойно лететь? Аванс? Да, аванс 15 000 евро. Хорошо. Я достану вам эти деньги. Спасибо, Лариса. До свидания. Так что номер ваш будем работать. Спасибо, Глеб Аркадьевич. Зайцем своих воздушных благодари. Все, ноги в руки. И завтра в 9 все трое как штык на малом манеже. Иди, донеси им эту благую весть. Хорошо. Макс, я тебе говорю, это совершенно другая техника. Вообще без надрыва. Уверенно, плавно, на ровном дыхании. Ну, будем смотреть. Главное, чтобы Аркадьевич не передумал. Угу. Ну что? Завтра в 9 на малом манеже втроем. Ура! Я считаю, это дело надо отметить. Ну, само собой. Нет, никаких отмечаний. Завтра рано репетиция. Да ладно тебе, пошли, давай. Ребят. Ну... Надо. Давай, 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 давай. Давай быстрее. Значит так, я выпью 2. А ты, нет, нет, 3 коктейля. Ну ты разбежался, потом ремни тебя не выдержит. За собой следи. Влад, мне надо поговорить с тобой. Мам, все потом, вечером, дома. Очень поздно вечером. Может быть, даже завтра. Носит. Я тебя по всему цирку ищу. Что значит где? Я у себя в кабинете, Лариса Илларионовна. Это кабинет директора цирка. Уже оставь свою напускную фамильярность для малолетних артисток. Кстати, у меня есть новость. Уверен, вы не будете в восторге, но я считаю, что просто обязан принять это решение, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Подожди. Вот у меня есть новость. Значит так, тебе должны позвонить из министерства. Они выделяют грант на участие в нашем номере артистки из Берлина. Хельги Шнеллер. И прилетает она через неделю. Так что пора заканчивать с этой самодеятельностью и выводить наш цирк на новый уровень.